В связи с этим на вышке отключают технические средства телерадиовещания. Отключения будут проводиться в два этапа. Первый продлится до 31 мая. Телевещание в эти дни не будет работать с 9:15 до 18 часов, за исключением выходных дней и дней с неблагоприятными для работы на высоте условиями. Это сильный ветер, дождь или туман. Второй этап с 1 по 11 июня. В этот период также с 9:15 до 18:00 вещание будет отключено. Работы будут также вестись только в благоприятные для этого дни. В ходе проведения работ будут отключены Первый канал, Россия, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Кубань-24, Макс ТВ, Дом ТВ, Звезда и наш канал ФКТ. Не будет доступа и к радиоэфирам. Это в том числе Казак ФМ, Первое радио Кубани, Дорожное радио, Наше радио.